Здравствуйте, дорогие подписчики. Меня находимся на садоводе на линии 29, павильон 59, итальянский сумка у Аксона. Вот как делать заказ. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Да, у нас рабочий день, такая рабочая обстановка, поэтому так, будем показывать дорожные сумки. Здравствуйте, так, девочки, смотрите, вот такую сумку из кожи Savage. Цена на нее сейчас 10 500. Есть длинный ремень, сумка, фурнитура идет бронза. Здесь идет клеймо такое, только на фабриках, как вот рюкзак отшивает сумку, как у Шапана, это все эти фабрики. Ну, сейчас я покажу более подробно. Давайте. Смотрите, она идет у нас 45. Глубина 5 ножек идет, 20. И, ну, наверное, 30, да, где-то 30 будет высота. Смотрите, сделано вот это карман. Здесь идет, ну, что-нибудь такое, да, положить. Ее можно как на фитнес, так же, как и в дорогу. Здесь отстегивается. Можно делать ее больше, шире. Смотрите. Если сильно набиваете, она может быть вот, ну, такая. Внутри такой карман. Видите? И вот здесь вот у нас идет все, вот кожа видно. Вот это все запаивает всегда жидким клеем, ну, жидкой кожей, а вот здесь вот видно, что здесь, ну, такое. Ну, оставлено немножко. Так что сейчас я закрою и покажу. Еще раз говорю, 10 500 – это оптовая цена для наших подписчиков. Такие вот. Или вот она. Так. Есть длинный плечевой ремень. Смотрите. Оксаночка, скоро я пойду в фитнес. Может быть, залит подарок? Обязательно. Так, давайте теперь по цветам. Черный цвет. Есть. Шоколад. Войдет она в калибратор, ну, в самолет, хоть в победу. Ну, ручной клад пойдет. В этот. Так. Шоколадный цвет. Такой чернильный, синий, прям красивый. Ну и красный. Еще раз говорю, 10 500 оптовая цена. Так что, девочки, подписывайтесь на наш канал. Вот 16 числа будет розыгрыш у нас. Пишите комментарии, оставляйте все. Всем пока. Спасибо, Оксаночка. Спасибо, дорогие подписчики. Ну, розыгрыш у нас будет именно по тем роликам, где розыгрыш написан. Не, да. Под, ну, не под этим, чтобы не было путаницы. Это просто говорю. Девочки, еще хотела сказать. Когда по ссылку я вам высылаю квитанцию с трек-номером, почтовые расходы не забывайте оплачивать. И не ждите, пока вам принесут квитанцию с почты. У меня бывают такие случаи, что люди ждут, уведомления это не приносят, и посылку могут отправить обратно. По трек-номеру всегда отслеживайте. Есть же трек-номер. Я говорю об этом практически в каждом ролике. Отслеживайте. И, ну, будет видно, что посылка ожидает адресата на почте. В каком-то месте пойдете, получите. Так что все, всем пока. Спасибо, Оксаночка. Пока-пока. Да, у нас павильоны вообще там и на улице так много.
Все, пока-пока. Все, пока-пока.